Всем привет! Сегодня у меня на обзоре акция, очередная акция от Kinder Шоколада. Это акция осенняя, поэтому давайте посмотрим на нее, какие же здесь условия и что в этот раз можно здесь получать в качестве подарка. Я еще не знаю, что конкретно здесь можно получить в качестве подарка и какие условия, поэтому давайте смотреть вместе. Я купил пока что вот одну вот такую вот пачечку Kinder шоколада. Это средняя пачка на 8 порций. И мы сразу же можем увидеть здесь, что это осенняя акция. То есть вот такое вот Kinder яйцо, яйцо Kinder сюрприз. И видите, здесь дождик идет и с зонтиком это яйцо. Написано, что 4 балла. А также есть вот такая вот отрезная линия. Это означает, что необходимо покупать Kinder шоколад акционный, вот как раз где есть обозначение осенней акции, и вырезать вот такие вот места на этом Kinder шоколаде, и там написано количество баллов. В моем случае, как я уже сказал, это 4 балла. Кстати, вот этот Kinder шоколад я купил по цене 37 гривен с копейками, если не ошибаюсь. Вес киндер шоколада этот 100 грамм, также есть еще, если не ошибаюсь, 150 грамм. И здесь на обратной стороне вот этого киндер шоколада как раз указаны призы, которые можно получить в результате участия в этой акции. Кстати, акция эта действует, сейчас посмотрим, где же здесь указаны даты участия в акции. Но здесь, кстати, пока что, ага, вот написано, смотрите, с 1 сентября действует акция по 30 ноября 2021 года. То есть вы покупаете акционный Kinder шоколад, вырезаете вот такие вот баллы, и вам необходимо собрать определенное количество баллов. Здесь, как указано, начиная от 17 баллов. То есть если вы собираете хотя бы 17 баллов в сумме, то вы берете вот эти вот накопленные баллы, вкладываете в конверт, и здесь написан адрес, по которому нужно отправить этот конверт с указанным количеством баллов, в зависимости от того, какой вы хотите подарок. Например, какие же здесь подарки есть? Часы можно получить за 17 баллов. Кстати, если не ошибаюсь, то количество баллов растет. Ну, по крайней мере, в этой акции количество баллов чуть-чуть побольше, чем в предыдущих акциях. Уже самый минимальный подарок можно получить аж за 17 баллов. Но, возможно, здесь и подарки стали более классными. Итак, смотрите, какие же подарки есть в этой акции. За 17 баллов можно получить часы. За 19 баллов это толстовка зебра. За 21 балл зонтик. 23 балла это реглан. Далее, это я говорю по возрастанию, за 25 баллов можно получить пенал. 27 баллов это шапка и снуд, за 29 баллов рюкзак и за 35 баллов это Bluetooth наушники. Все, ничего не упустил, вроде бы нет. Ага, видите, здесь написано, что участвуют только 50-граммовые и 100-граммовые Kinder шоколад, то есть почему-то здесь 150 грамм не написали. И смотрите, также здесь в этих правилах коротких, которые здесь указаны, написано, что также можно получать Kinder сюрприз. И за покупку Kinder сюрприза вы получаете 3 балла. Но получается, если за Kinder сюрприз 3 балла, то Kinder сюрприз стоит 20 с чем-то гривен. Поэтому мне кажется, выгоднее будет покупать Kinder сюрпризы в данном случае. В принципе, наверное, здесь все. Давайте сейчас зайдем на сайт акции, если он имеется, и посмотрим, какая там есть информация о данной акции. Итак, я зашел на сайт kinder.com, и здесь сразу же первая картинка на слайдере как раз идет эта осенняя акция. Акция «Обучайся и играй». Нажимаем кнопочку «Узнать больше» и попадаем на страничку этой акции. Видите, здесь как раз изображены призы, которые можно получить, вернее подарки. И здесь все красочно так изображено, красиво и привлекательно. Итак, ага, видите, можно здесь собирать обертки от Kinder шоколад 50-100 грамм, а также Kinder сюрприз 20 грамм и получать 3 балла за Kinder сюрприз. И серии это A Play Do,
на Тунс и Ледяное сердце. Если я правильно вот эти вот две, конечно, прочитал. Отправляем собранные баллы вот сюда, вот период с 1 сентября по 30 ноября. И вот перечень этих призов, которые можно получать за баллы. Листаем ниже, тут есть, наверное, коротенькое видео об этой акции, его запускать не будем. И есть правила оформления письма заявки. То есть обязательно нужно указать свой номер контактного телефона, правильно заполнить все поля на конверте, как указано на рисунке. Только на каком рисунке? Ага, можно, видите, здесь так увеличить и посмотреть, как оригинально сделали. Далее, вложить в конверт вырезанные по пунктиру изображения киндерина и баллов с оберток продуктов киндер шоколад 50-100 грамм, а также обертки киндер сюрприз 20 грамм серии, но мы уже это читали. И далее указать выбранный подарок. Если вы выбираете толстовку зебра, реглан или набор шапка и снуд, то нужно указать размер. А также нужно указать название акции «Обучайся и играй вместе с Kinder». Но только это все, наверное, лучше делать на украинском языке. По крайней мере, когда я заказывал свои подарки в предыдущих акциях, то я обязательно писал все на украинском языке. Далее, смотрите, здесь есть такая менюшка, можно посмотреть как раз акционная продукция, которая участвует в этой акции. Видите, Kinder сюрпризы, здесь как раз указаны серии, которые участвуют в акции. И киндер шоколад 50 и 100 грамм, 2,4 балла можно соответственно за них получить. Далее, смотрите, есть пункт победителей. Это если вы уже отправляли ваши обертки и хотите узнать, зарегистрированы вы или нет, то тогда можете ввести вашу фамилию и город и нажать на кнопочку поиск. Тогда вы сможете узнать, зарегистрированы уже вы в акции или еще нет. Далее можно посмотреть подарки крупным планом, как же они выглядят. Видите, часы. И также есть описание, если кликнуть на картинку. Толстовка зебра, ну она в принципе такая уже когда-то была. Зонтик тоже, такую картинку я уже видел раньше. Далее реглан, пенал с наполнителем, шапка и снуд. Вот такой вот рюкзак тоже я вроде бы видел уже раньше. Рюкзак в форме животного, ну по крайней мере такую картинку тоже видел. И наушники, это самый крутой подарок, который можно получить, и он стоит 35 баллов. Далее также можно зайти в правила акции, то есть это максимально подробная информация об акции. Если вдруг возникли у вас какие-то вопросы, можете самостоятельно почитать здесь информацию. Но если вы не нашли ответ на ваш вопрос, то заходите вот сюда, вот в этот пункт запытаты, и можете позвонить либо по телефону горячей линии, либо написать письмо, указав ваше имя, имейл и текст вашего вопроса, и нажать на кнопочку «Отправить». Вот такая акция действует от Kinder шоколада до конца ноября 2021 года. Поэтому, если вы будете покупать Kinder шоколад или Kinder сюрприз, то обязательно берите акционные, которые участвуют в осенней акции. Как это проверить? То есть здесь будет нарисовано вот такое вот яйцо и осенняя погода. Либо лучше всего почитать здесь на обратной стороне сроки акции, чтобы были с 1 сентября по 30 ноября. После этого, напоминаю, вы собираете баллы и, собрав от 17 баллов, вы вкладываете это все в конвертик, отправляете этот конверт с накопленными баллами по адресу, который указан здесь на обратной стороне, и ждете ваш подарок. Ну а у меня на сегодня все. Кому нравится мое видео, поддержите лайком. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем удачи и пока-пока!